устойчивости и восприятия и возможности производства без дополнительных ресурсов больших. Потому что создавать цифровые технологии – это обычно одному человеку не под силу. Нужно создавать, надо иметь команду специалистов, что довольно сложно. А художник, мне кажется, прежде всего является одиночкой. Потому что ему еще надо с собой справиться, а еще справиться с кем-то – задача очень сложная. Вот. Но так или иначе, есть материалы, технологии, они всегда интересны, они открывают возможности для прочтения какой-то темы по-новому. Вот. И мне возникла идея соединить две технологии, более того, одну заимствовать из игровых технологий, да, уже существующих, которые занимаются тем, что, в общем-то, только развлекают, и экспортировать ее внутрь такой классической темы, как картина. Для серьезной темы, скажем, не для гейм-игр, а именно для постановки вопроса, чем искусство занимается, она ставит вопрос перед нами. И каждый так или иначе на них отвечает. Вот, я подумал, что неплохо бы попробовать, что из этого получится, но насколько это возможно обогатить одно другим, не разрушая при том ни одну, ни другую вещь, и не критикуя ни другую. Вот, пожалуй, это толчком для соединения этих вещей. Сможешь продемонстрировать этот планшетик, что он нам дает? Значит, здесь мы видим... Сейчас, секунду. Сейчас мы... К сожалению, мы не можем, потому что блик. Вот сейчас мы видим. Здесь мы видим персонажа. Значит, начинаем видеть его в поле картины. Мы можем к нему приближаться, как к реальному персонажу. Если вы приблизитесь, вы увидите, что я могу ее смотреть со всех сторон. Справа, слева, сзади. Это является целью рассмотрения плоского объекта как объема. Здесь получается такой обратный эффект. Картина, которая пришла из объема, перешла в плоскость, здесь опять становится объемом. Как бы тем самым объемом, который в нашем сознании подразумевается как весь мир объема. Что этот мир, который попался, может быть каким угодно, довольно иллюзорным. Поэтому здесь дилемма такая же ставится. То есть здесь такое получается как бы зазеркалье. Одно зеркало смотрит в другое. И полемика еще на этом уровне происходит. Вот. И вот эта обратность этой картины, которая, в которой появляется персонаж, который становится объемом, которым мы можем взаимодействовать, и является, наверное, тем самым эффектом, который для меня является ценностью. Расскажи, пожалуйста, а что это за персонаж? Значимый для тебя? Это художник, ныне живущий, мой друг, который всю жизнь был ученым, но искусством занимался для удовольствия. Ну, в общем, как и должен быть нормальный художник, заниматься этим для удовольствия. Пусть не все этим. Чаще всего мы ненавидим то, что мы делаем. Как нормальный музыкант, он не должен любить то, что он делает. Да это, конечно, шутка. Вот. Так вот, он инвалид, он замкнут в своей среде, в своей комнате. И этот человек, я взял его как образ человека, не могущего выйти за рамки своего пространства. Как, в общем, любой персонаж внутри картины тоже не может выйти за рамки своего пространства. Но это отсылает к нам самим с нашей невозможностью о высказывании или выйти за какие-то свои собственные рамки. Это такая дань невозможности. А это пространство, оно какое-то конкретное для тебя? Для меня это собирательный вопрос. Пространство могло быть конкретным, могло быть неконкретным. Это абсолютно не значит. Это просто некая комната нашего советского наследия, которое могло быть и в любом КБ, и в детском саду, и даже, в принципе, в какой-нибудь квартире. А ты думал о зрителе, который будет смотреть на эту работу, вот, что для него будет игра?
это думают параллельно, то они слышат. А если не думают параллельно, значит, они слышат что-то другое. В этом смысле я об этом не беспокоюсь. Мы делаем свое дело, а дальше будет что будет. А как ты думаешь, что будет лучше сохранено во время? Это уже вторичное.